Так, посылочка, распаковочка. Тут у меня вот, видите, бардак. Меня отвлекли. Съездили за посылочкой. Но раз уж ножом, над этим ножом работаю, ими открою. Здесь я подозреваю, что стекло, защитное стекло. Я уже, наверное, вам надоел всякими чехлами и стеклами. Но, ух ты, какая штука. Что это такое? Это какая-то жидкость, масло для нанесения перед нанесением стекла из... Кто она? Кисточка. Ну, салфеточка спиртовая и сухая. И стекло. Это уже для, опять же, для жены, для Samsung Galaxy A40. Ну, оно простое, прямое. Ну, 10 вырезов минимально должно подойти. Так, я на свои телефоны защитные стекла уже не хочу весить, но жене на новый пока что надо. Вот это вот что такое? Мне надо штрих-код отсканировать, посмотреть, что это за приблуда. Ладно, ссылка в описании, там стекла и для всех других телефонов. Ну а я продолжу работать над кастомизацией ножа. Спасибо за внимание и пока.